Всем привет, с вами Данте, это мой летсплей по игре Майнкрафт. И я играю на снапшоте 12W34B. В этом снапшоте добавили морковку и картошку. Как видите, она что морковку, что картошка растет у меня. Я также проверял, сколько восстанавливает картошка не жареная. Не жареная половину еды. Ну, то есть пол карачка так называемого. А жареная восстанавливает 3. Морковка где-то вроде бы 2. Где-то 2-3. Я не точно не помню. Потому что мозги у меня не под то немножко сейчас заточены. Да, что-то было. Как видите, мой дом никак не изменился. Так, надо будет сейчас, кстати, ступеньки сделать наконец-то. А то что-то их давно не... Что-то их вообще не было. После... маленького апгрейда моего. Также я переделал склад. Как видите, теперь он у меня вот так выглядит. И еще в апдейте добавили вот такие вот рамки. Они крафтятся так же, как картины, только вместо шерсти добавляется кожа. Вот такие вот горшочки крафтятся по принципу ведра, только из кирпичей. Не из блок кирпичей, а из обыкновенных кирпичей. Так. Надо сейчас выложить, кстати, все, что у меня со спавнуки, скажем, повыпадало. Так, и где-то... У меня должен быть порох. Вот. Порох и вот у меня гнилое мясо. Так, портал. В портал что-то давненько, кстати. В ад что-то давненько вообще не ходил. Так, ну и больше пока что ничего нового. У меня тут не появилось. Скорее всего, я буду скоро строить специально уже для картошки ферму и для морковки, потому что в одном месте там пшеница растет. Я там пшеницу вообще ращу, но ради исключения я так посадил. Ну ладно. В принципе-то. Пусть будет. Так, ну не хватит это точно того, что я сейчас сделаю. Всего лишь у меня будет сейчас 9 ступенек. Этого точно не хватит на буквально всю местность. Мне нужно всего лишь сделать, блин, нет, не так сделать. Так. Вообще идеально, но куда мне это задевать ступеньку? Ну, вот пусть так будет, хоть больно, так будет похоже, что ну хотя будет похоже, что и больно, так что-то сделал, а то я уже заколебался прыгать каждый раз. Так. Да. А, также добавили заборчики из каблстоуна и мостстоуна. Как, ну, тут я применять никак не собирался.
потому что это у меня, так скажем, специальный дизайн. Да. Да и в принципе, пока что нигде у меня мыслей-то и нету использовать. И у меня тут в лесочке что-то мобы начали шукерски спавниться. То есть, например, у меня свиньи не было. Это я точно помню. А, ну также добавили зелень невидимости и зелень ночного видения. Также, как вроде бы я не говорил, то что можно картошку пожарить, а морковку сделать золотую. Ну, то есть, по принципу золотого яблока также морковку можно сделать. Только я не знаю, можно ли эту морковку потом будет употреблять. Но я точно знаю то, что можно ее использовать как ингредиент в зелье варенье. На, тут у меня, оказывается, та же тайга есть. Я сам, честно говоря, даже не помню, что она у меня тут есть. Надо почаще в Майнкрафте пешком шляться, а то уже начинаешь забывать, что у тебя есть, что у тебя нету. В мире вообще, а то... Оба-на, тут у меня уголь есть. По-моему, какая-то непонятная еще пещерка, да? Это даже не пещерка, а просто дырочка, так скажем. Ну, по крайней мере, тут есть уголь. Если бы я раньше бы знал, что тут есть уголь, я, в принципе, может быть, бы тут все выкопал. Даже. А, тут даже расщельная неподалеку. Железо. Так, мы сейчас прогуляемся немножко. Поставлю факелы, чтобы немного так знать то, что я тут был. Тем более, все равно, скорее всего, сюда приду, буду отсюда все выкапывать. Все, что можно. Так. Блин, сюда поставил. Так. Ну, и вот моя ферма. Я, кстати, заспанил парочку коров. Как их, мухомор. Без щитов. Есть просто был. Ну, точнее, есть такой мод на 1.3.2, который добавляет яйца спавна мобов. Ну, я скрафтил парочку яиц спавна коров. Мухомор. Ну, заспанил. Тут у меня уйма куриц. Вход у меня очень интересен. Просто тут как бы я рассчитывал то, что тут у меня будут они, так скажем, мне стрелы производить. Но как вы видели, у меня стрел очень много, потому что очень много скелетов падало с моей спавнилки. Пороха, что самое плохое, очень мало. И да, у меня тут картина упала, которая загораживала, оказывается, мой энчантер, о котором я даже сам уже забыл. Да, весело. Ладно. А, ну то есть тут можно парочку книг, кстати. Ну-ка, это у меня книга. Да. Надо своровать парочку.
отсюда, потому что их сейчас хрен практически добудешь из-за того, что нужны коровы. Тем более из-за того, что сейчас уровень энчанта изменили до 30, то примерно, если я вот так сломаю их, 30 уровень будет. Будет еще. Так, значит, можно, надо будет сейчас. Блин. Картины что-то попадали еще, кстати. Ну ладно, пусть хоть какое-то время. Блин, а до моей этой-то недалеко уже. А деревни-то дойти осталось. Опасно, опасно. О, я знаю, откуда можно булыжник, кстати, увозить. Да. Два золота, 7 железа, 14 обсидиана. Нифига себе. Так, это забрать, это забрать, это забрать. Оставь. Забрать, 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 забрать. Это тоже забрать. Сейчас будем смотреть, что на фигурках. Что нам можно будет ввести сейчас на мою основную базу. Значит, у меня было мягкое касание. Кирка, это факт. Отлично, 33. Так, железные переплавления. Кстати, поставить приплавиться. Так, значит, самую нижнюю печку поставим. Надо взять два угля. Так. Уголь тут у меня. Нафиг мне уголь брать. О, еще кремень, кстати говоря. А, ну так у меня и так перьев-то дофига. Зачем мне? Блин, ну как видите, у меня просто на дофига тут сундуков. Оказывается, в каждом что-то да есть. Да. В принципе, все отсюда можно уходить, потому что я забрал книги. Энчант 100% остался такой же. Так. Скелеты. Криперы. Зомби. Нет. Клипперы очень не нравятся. Хоп. Попал. Попал. Честно. Кстати. Самое интересное, клиппер это оказывается умеет деспавниться. Ну я просто забыл то, что мог бы это. Некоторые враждебные сейчас умеют деспавниться, то есть после ночи-то некоторое количество-то их будет, но достаточно маленькое. Вот помню старый баг, который был в предрелизе. То, что когда прыгаешь, тебе опыт давали. Да. Хороший баг был. Так. Ну что, надо возвращаться на основную свою базу и выкладывать все, что я отсюда собрал. Так, ну также, в принципе, пешкодрапом можно прогуляться. Опа-на. Меня что-то паук резко так напугал. А, кстати, у меня на 1.3.2 еще стоял один мод, который позволил мне сделать
есть, вот как видите, 4,5 раз свинюшек, то есть у меня сейчас свинины дофига, может быть. То есть я могу тут свинюшек буквально истреблять. Их будет. Они все будут появляться и появляться. Как видите, из-за того, что все освещено, они у меня не превратятся в спавнеры зомби, пауков, скелетов и еще чего-нибудь. Они именно будут спавнерами свинюшек. Это меня очень радует. Как на этом серве. Там за копание получаешь деньги. И при получении 10 000 единиц. Ну, чем денег, там были вроде бы рублей. Там за 10 000 можно, до 10 000, то можно было там купить спавнер свинюшек. У меня там, по-моему, 2, что ли, спавнера было. Я не знаю, сейчас сохранилось там у меня что-нибудь или нет. Ну, хотя там все заплевачено было, так уж. Хотя даже там все разлифили, мне-то насрать, в принципе. То, что сейчас мы с Харсисом играем на моем серве, который я включаю, который он, в общем, сервер на моем компе, так скажем. Харсиса сейчас очень долго не будет из-за того, что он на море уехал, засранец. Да. А, ну, кстати говоря, можете, кто хочет добавиться ко мне в май, в мой мир на Майверу, там я Данте Райдер, на фоне у меня там изображено кирка и меч, так уж ориентируйтесь по фону. Здесь написан Данте Райдер, и там изображен на фоне кирка и меч, именно из Майнкрафта, то тогда это я точно. Так. Значит, паутина пополнил запас. Так. Нет, стрел не пополнился запас. Так. А. Редстоуна. Запас пополнился. Лазурита. Так. Вот порох, гнилая плоть, алхимия у меня на этом этаже, на первом этаже, не в подвале. Да. Кстати, надо сейчас сходить, мир этих. Ну, в ад, в общем, сходить. То, что вроде бы теперь, по крайней мере, в мультиплеере я проверял когда-то очень, ну, очень прилично, очень. То, что что-то в аду бородавки вообще очень хреново так росли. В общем, то, что они в нормальном мире тоже росли. Это на снэпшоте было. В общем, снэпшот на предрелизе, так скажем, 1.3 версии. И там это было как раз. Так, вот интересно, сейчас на один чит, интересно, снэпшот еще какой-нибудь выйдет еще или нет. Хотя он будет, ну, выйдет, и это, и те, что добавят, вот, самый мой, для меня мучительно это знать то, что как, не знать точнее, какой следующий снапшот будет, к чему он именно будет привязан.
Ну, скорее всего, как-нибудь немного изменит. Или как раз добавит какой-нибудь мир для визора, да, или какую-нибудь структуру для него. Потому что если визор появится будет в нормальном мире Майнкрафта, то тогда я про Майнкрафт забуду навсегда. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Данте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу Steam ВКонтакте. Также не забудьте подписаться на Грида и на Карсис, если вам понравится их видео. Ссылка на их каналы в описании в друзьях канала. Ну, в общем, увидимся. Всем пока.